כן? סתם, זה מה שהם שומעים בחשב. זה איזה 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 Базар все прям на улице, как у нас возле метро. אבל אין לי שם לשער ציון? יהיה לך, ואם לך בתוך עד השער שלו, כי אם תהיה מלא, אז אתה חונה על הכביש בחוץ, כולם חונים שם. אני מקווה שבחניון הקטן הזה, אני אומר, אתה רוצה לרדת פה? לא, לא, פתאום. אז אם נשאל לך לעשות לי ציון, Вот мы идем по старому Иерусалиму. Идем в храм, но не знаем, где он, где был распят Христос. Вот торговая улица. Сейчас мы находимся, идем по дороге в церковь. Где же находится храм? Снял. Вот сейчас снимаешь? Да, уже снимаю. Вот мы пришли к церкви. Которой? Все здесь был похоронен Бог, по-моему, да? Как нам сказали. Распят. Да. Распят был. Идем туда в центр. Подожди, Вадик, я сниму все вверх. Вот это место. Сейчас мы увидим, вот Вадик пошел в ходу в церковь. Идет молитва. Сейчас я скажу, это вот здесь идет, мы смотрим фрески, бальзамирование Христа на камне вот. Сейчас снимаем. А вот плита. Сейчас я снимаю. Это плита, на которой был бальзамирован Иисус Христос. Сейчас включу, а батарейка там уже заложена. Да, блин, посмотри. Я сейчас нажал. Вот, сейчас запись идет. Вот там место, где лежал Иисус. Мы стоим под Христом, где лежал Иисус Христос. После Иерусалима мы, покушав, продолжаем свое небольшое путешествие. Вот. Подметание. Да. Буквально маленький митинг в нашем городе. Да, это митинг, посвященный 7 дню. С того дня, как убили президента.
Израиля Рабина. Каких фестиков? А, я войну снимал в своей Москве. Бля, пуля пролетела. Ты же снимаешь, что ты ругаешься? Я. מערכת החינוך. אולי המהפכה המשמעותית ביותר שהתרחשה בישראל. מיחס שבו תקציב הצבא הלוחם ומערכת הביטחון הוא למעלה מפי שניים, מתקציב המחנכים והמורים הגענו ליחס של שוויון, תוך שלוש שנים. מעשה מופלא שכמעט אין לו תקדים, אין לו בעצם תקדים. ולכן האבדה למערכת החינוך, למנהלים, למורים ולתלמידים היא כפולה ומכופלת. אם יש לנו נחמה כלשהי, вот это центральная улица города Нетания, где из 10 человек 8 говорит по-русски. А вот там за площадью красивое море, где завтра мы будем купаться. Тут же можно покушать, что угодно. Написано закусочно-бутербродная. Я имел в виду вот это. Вот без пяти минут в Сухуми. Только намного спокойнее обстановка и тепло в ноябре. Ну, вот так я и произвел некоторые съемки вечерней Нетании. Вам все ясно, что здесь написано, поэтому я даже читать не буду. Ну а здесь и тем более. И сейчас пойду назад, на свою площадь, где мы там живем, недалеко. На меня так посмотрели странно, как будто первый раз услышали русскую речь. Вот, а завтра произведу съемки уже при дневном свете. Вот эти три. Погибшая бабка какая-то. Сам молодец. Кен, так и не видно, что ты, если упал, как нельзя.
עכשיו יוכל להציע מנה שלא יסע, יוכל להציע מנה שלא יסע, אתה תבירו שם. אז כבר מחר אתה לא קיים, נכון? גם לא, לא. Спортивный комплекс от института физкультуры Вот это Вадик. Вадик. Он привлекается за Сережем. На бассейне. То шарик. Шарик. Марик. Мишик. Я спонурац. И это его вещи. Парень, ты не гонишь. Сюда влезла кнопочка. Крыша стала, крыша дорогая. Давила. Слачит там. Дошел палец, я кнопка пальца и кровь течет. Не, ну расчистите из трубу. Кровь. Стало вам час хибать. И кровь, знаешь, так сказал. Закончилась тренировка, сегодня последний день пребывания в Израиле, и сейчас идем купаться. Вот такое море, такой день, а там, по-моему, уже наши уроды купаются, а может и не наши. В общем, вот так все это выглядит. Это, кажется, курортный город, где очень много гостиниц и иностранных туристов.
Вот. Армия уродов наших уже купается. Вот. С уродов, как всегда, опоздал. Армия уродов купается. Ну а я, как самый такой выдержанный, сделал паузу. Нетушки, выдержанный. Написал несколько писем домой, любимой. Вот, и сейчас подключусь к команде купальщиков. Команде купальщиков и буду принимать солнечные ванны, а также и морские. А вот два лимита. Как? Лимита. Два лимита. Два лимита. Вот один лимит, другой лимит. А третий снимает. Третий снимает. Да. Самую лаву. Ну что, вот оно все. Средиземноморье. Да. Никаких слов, одни эмоции. 12 ноября. Да? 12 ноября. Сейчас я снимаю рубашку. Представляете, в Москве 12 ноября вот так снимаешь рубашку, а тебе солнце. А тебя солнце, да. Греет. Именно греет. Не просто словами говорю, а греет. Сейчас я покупаюсь. Как это? В Средиземном море, только не с той стороны, где Италия, а уже с другой стороны, где далеко уже Сирия, Ирак и все вот эти арабские страны. Поэтому сейчас мы пойдем купаться. Кстати, в этом году я не купался в море. Вот третий лимитчик идет плавать в море. Первый раз. Разминка. Он идет захватывать. Смотря на утреннюю тренировку, такое плавание приятное. А подожди, знаешь, как я сделал беседку? Подожди. Я побежал. Вот лимитчик идет в море. Сначала чуть такая свеженькая, а потом очень хорошая. Давай втроем. Выключи. Только так не руби. Трожь помали. Вот так. То НХЗ, Новаки, химические заводы, народные. Приехать до Израилю. Да, приехать до Израиля. Зараз ми всі разом вже робити розсвічку. Робити розсвічку, а потім ми вже опалимося. Під сонце. Поло! То вода така тепла, як парне молоко. Як вдома. Это черный флаг. Это нам разрешение не платят. Это Сашки потанцуем. Вот она. Да, вода чистая. Вот сейчас вы можете побачить. Вот это все случилось 12 ноября. Ми тут трошки поплаваємо.
Москва! Шкури там нехо, там зле видно. Там есть солнце, ход добраться до другую страну. Израиль, гора ради, достань. А ты знаешь, я зараз выпни. Выпни, выпни, выпни. Ну идите. Мы таким место Натания, что находится на березі, Карпатського моря, Середземного моря. 60 километра от сердца. Натания — это сердце Израиля. Натания, кстати, написано сердце Израиля. А вот рыбу ловят. Так, помалечку, помалечку. Помалочку. Тарас! Добре, да? Сира! А Вадим! Это мы. А это мы. Все добре. Для перших раз встачи. Терес йдемо опалитися. Хорошо. Вот мы улетаем. 4 утра. Улетаем. Доле в рабце улетаю. Вот все, заканчивается соревнование, мы улетаем. Информация, скажу, скажем, пассажиров 3 человека беседовали. Что он делал здесь, зачем он сюда приехал, почему, причем не просто так. Одного он уже 20 минут слушал, а он им все рассказывал, Да. Поэтому придется мне подключить все знания итальянского языка. Английского и немецкого. А тарасу? Туркменского. И местного наречия.